Варф, ты принес литературу Христомании? Нет. Почему домашнее было принести Христоматию, точнее, литературу? Мы сегодня будем читать Кащея Бессмертного. Не заходил и не принес. Ты разговариваешь, я сейчас все напишу твоей маме. Где мой телефон? Все. Свой дневничок сюда. Зачем он вам? Как кисель, что разговариваем? Двойку записать. Не разговаривай, как кисель. Вот так надо. Нормально разговаривай, а не вот так. Маха-баха-баха-ба. Как хочу, так и разговариваю. Значит так, как хочу, так и разговариваю. Как хочу, так и делаю. Как хочу, я не принесу. Двойки целых три. Дома прочитаешь всю вот эту книжечку. Ну, зачем для меня? Ее дети читают. А ты что, не ребенок? Нет. Что вы говорите? Я вот, например... А что я, например? Вышивала. Вот. Будешь читать вот эти две книжки. Заниматься по этой тетрадке. Завтра придешь ко мне, покажешь. Если что-то будет не записано, тебе хана. Не боюсь, я вообще сейчас дома останусь. Так, Кашеваров, значит так, за мной. Стой. Не за что, я не с вами не пойду никуда. Никуда, Кашеваров. Так, значит, завтра не принесешь, тебе хана. Не буду делать домашние задания. Пору. Следующее утро. Кашеваров, надеюсь, ты сделал домашнее задание? Конечно, нет. Зачем оно мне? Значит так, я тебе еще пожалела, поставила пятерку, а думала, что ты задание домашнее сделаешь. Ты все тетрадки тут поронял? Да? Да за что? За что я тебе должна ставить 5? Я поставила тебе 5. Но ты уже понял. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Ванюша ТВ. Всем пока, пока-пока.